Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию. Снайперов. Я тебе хочу сказать то, что эта серия выходит только благодаря тебе, потому что на прошлой серии мы набрали больше, чем 25 тысяч лайков. Поэтому выходит эта серия, где мы с вами продолжим перестреливаться, и также сражаться за самую блестящую корону снайперов во всей этой вселенной. Также я хочу тебя попросить поставить огромнейший лайк прямо сейчас на этот ролик, потому что как только мы с вами наберем снова 25 тысяч лайков, я сразу же побегу записывать еще одну новую серию снайперов и сразу же ее выложу на канал. Поэтому тебе нужно поставить лайкусик, если ты хочешь, конечно же, продолжение. И 20 секунд, я давно просто этого не говорил, то что у меня, ребятки, есть свой инстаграм, кто не знает. Я хочу попросить тебя подписаться на инстаграм короля снайперов, потому что я там частенько выкладываю фоточки, записываю инстастори и также провожу стримчанские. И что самое главное, я также лайкаю фоточки своим подписчикам. Кто отмечает меня на фотографиях, кто подписан на меня и также кто ставит лайк на мои фотки. Так что подпишись на мой инстаграм, ссылочка на него есть в описании, чтобы следить за моей жизнью и также получить возможность получить от меня бесплатный лайкусик на твою фоточку. А сейчас мы будем приступать к самому ролику. Пистолет где-то там сзади, поэтому я возьму обычный. Погнали! Как давно у нас снайперов не было, пацантра? Господи, как у нас давно Майнкрафта не было. И Майнкрафта не было, тоже согласен. Ура! Кубическая игра, моя любимая. Я соскучился, честно вам скажу. Я уже очень сильно соскучился. Да, по снайперам очень соскучился. Я, наверное, разучился играть в эту игру, я не понимаю. А ты умел раньше? Конечно. Снайпер. Ну, не снайперов, но так умел. Снайперов нет. Со снайперами проблем была. Всегда. У меня нету патронов для пуколки. Какой пуколки? Для шопергейма. Попал. Это власть с крана, я знаю, что ты на нем. Давай, власть с маяка. А он на кране, да, все, я стреляю. На кране стреляю в него, давай. Простреливай через кран. С маяка вылезай, да, значит, с маяка. С крана вот этого, который... А чё ты паришь, я не могу понять, Игорь, нельзя так делать. А я могу, я еще не умер, чё хочу, то я говорю, не в жопу. Офигеть! Ну ладно! Это нормально, нормально тебе. Это можно, я ж не умер еще. Ну хорошо, я буду знать, буду знать. Он так кричит с одного здания на другое, типа, да, Ката, Эдисон, ну кран! Так, подождите, а что-то Эдисон пропал, Эдисон, ты куда пропал? Подожди! Не, Игорь, давай, чтобы было все реалистично, ты реально будешь кричать еще так с эхом, типа. Он на кране! Жека, убиваю его! Я уже на кране не вижу. Жека! Какую, мать вашу, рацию? С ума сошли, а? Ну, чтоб не кричать со здания, встань. Можно было сообщить информацию. Он на кране! Жека! Певец сраный. Ууу! Певичка. Певичка, сестричка! Сестричка, певичка! Да где? Певичка, сестричка! Кто? Ты, пипнет. Давай влазь! А что ты так любишь обзываться, не могу понять, Игорь? Давай, давай! Куда, говно? Куда? Куда, в какую сторону? Вижу его, вижу! Где? В здании! В каком, мать его, здании? В бежевом! В бежевом здании, значит, Игорь, ты это слышал? Он убегает, я его держу на прицеле, он убегает. Держи меня, держи меня! Есть! Держи меня! Ну, блин, бежевое такое беленькое! Да дебил! Так ты меня сам стрелял, это была самооборона! Дебил! Эдисон! В бежевом здании, в бежевом! В бежевой будке! Где? Нет, где бежевых зданий? Ага, Эдисон! Или Игорь сидел в бежевой будке? Он в беже сидит. В бизе. Это город Португалия, я знаю. Бежа, да. Я тоже знаю. Хороший город, хороший город. Я там учился. Полетел, я не понимаю. Я там учился очень долго. Вбежал и не выбежал, Игорь. Короче, смотри. Если я возьму, такой сделаю, хедшотик и скажу «Опа-попа!» За тобой всю игру следил. Вот куда ты упал только что, откуда ты меня убил? Он тебя бежал уже давным-давно. Хорошо.
Хорошо. Тактика, тактика была отличная. Была отличная тактика. Согласись с этим, Игорь. Нет. Как нет, если я тебя убил? Как нет, если я тебя убил, Игорь? Ты меня спросил, я ответил, отставит меня. Неправильно, значит, ты неправильно ответил. Что-то я не понял. Не дави на него! Не дави! Это не Ж. Так, Жека, убивай его быстро. Жека, не убивай меня, пожалуйста. Стрим не страшно. Жека, не убивай меня, пожалуйста. Я ничего не делал в этой серии еще. Я просто один раунд выиграл и все. Не, ну Жеку я увидел. Жеку я увидел, Жек. Я тебя трогать не буду. Я знаю, где ты, но я не буду. А, то есть вы опять вместе куть-куруктюру, да? Конечно, как всегда. Так, ага. Хорошо. Хорошо. Отлично, отлично. Игорь, да. Игорь, ну ты пожалеешь, что ты меня не трогал? Пожалейте, пожалейте, пожалейте друг друга. Посмотри, пожалей. Кто лазит? Где лазит? Жека, Жека лазит. Лазит, значит, да? Ага. Полиэтиленчик. Шо, кто дома? Кучку рук тюрьму! Кто дома? Кто дома? Кто дома? Кто дома? Кто дома? Ай, господи. Кто дома? Что было? Зачем ты это делаешь, Игорь? Ну зачем? Кто дома? Игорь, зачем ты это делал? Ага. Ну, я ж тебе сказал, зачем ты это делал. Стой, стой на месте, я не понял сейчас. Короче, Игорь. Шо, пацаны, аниме? Нет. Смотри, мама, как Наруто. Что за дичь? Дичка, дичка. Знаешь, что такое дичка? Дичка, дичка. Это абрикосики такие. Абрикосики. Дичка! А это по-какому? По-украински или по-украински? Дичка. Пацаны, как правильно, по-украински или по-украински? По-украински. Да. А я знаю! Считать до 10. И как убить Жеку, потому что я его видел. Что это было? Что это было? Я уже стрелял, умер-то он от другого выстрела. В смысле? Непонятно, в Жеку он умирает, прежде чем я стрельнул. В смысле? Ну я в Жеку тоже стрелял, но только я ты посмотри, какой это тайминг идеальный просто. Просто я потом стрелял. Здорово. Твою мать, я ж выстрелил тебя! Сумолота-то такая! Игорь сегодня что-то разыгрался. Какая? 1-1-1, еще пока никто ничего не разыграл. Не, ну он просто киллов сегодня много сделал каждому. Ну, возможно, возможно. Хорошо, не спорю, не спорю. Ой, разрешите спросить, пожалуйста, пацаны, а что у нас такая напряженная игра, не могу понять. Печет. Почему такая напряженная? Что не так? Все так, то есть все нормально. Смотрите. Да, мы все фавориты стали. Все фавориты. Прям все фавориты, да, все фавориты. Фавориты, ура. Мы все фавориты. Так как ты знал то, что я там? Он читерит, мать твою, я даже ни разу не высовывался. Лошара, ты первый раз высунулся. У тебя торчало этот ножик из-за стенки, дебил. Обожаю! Чё там? Пацаны, а я могу тапажиться обратно или что мне сделать? Я внизу. А, или мне просто бегать, да? Я просто. Просто так, да, просто так бегать. Все, просто так бегать. Надо объясни мне, где он? Он же сказал, я внизу. Я вниз упал. Уже он сказал. Внизу? А, внизу. Так значит он внизу, там ему нельзя, да, телефон? Да, ему нельзя. Да. Нельзя. Ха-ха-ха, блин. А тут есть такси! Я сажусь в такси, пацаны! Нельзя такси, это не по правилам! Да ладно, ладно. Можно какой-то лут? Пожалуйста, лут со самолета. Ну ты лох, Игоря! Ну ты лохобуд! Под этим деревом я его поймать не мог. Ну ты лох, пед, Игорь, честно. Главное, что я тебя убиваю. Ну хорошо, хорошо, читер. Нам надо почаще записывать снайперов, потому что я уже разучился играть. Это не у нас проблемы, понимаешь, друг? Хорошо. Ты где? Опа. Слушай, мать твою, если ты меня еще раз увидел, я ничего не высовывал. Я сейчас блефовал. Ничего не показывал. Дождик начинается, ребята. Дождик начинается, ну все, закончил. Ах ты ж бог! Читер! Бог. Бог. Это 100% Игорь. Он просто волхаки включил. Хаки волхаки. Хаки волхаки. Он через стенку меня в третий раз спалит. Шо? На кране! Вот в предыдущем раунде и сейчас в этом! На кране, кстати, видно, знаешь, вообще очень четко. Ну, конечно, через стены видно, но я что не вижу через стены. Ты-то видишь? Я сейчас вообще
понимаю, сейчас вы вообще не вылазите, да? Я не могу понять. Да, ты уже стрелял, что ты блефуешь. Блефовщик. На самом деле, я реально воздух стрелял. Блефуфовщик. Опять. Это не я. То есть ты блефуешь, а ты блефуешь, да, получается? Ну сейчас я не я вообще, отвечаю просто. То есть вообще не ты. Но пацана. Не верь ему. Это же ясно. Слово пацана. По воздуху. Это ты стрелял вообще, ты говоришь, ну что ты... Ладно, держи. Тебе не надоело на самом деле вот прям настолько много врать? Ты дурак что ли, ты офигел? Ай! Откуда? Не надо, не тпхайся ко мне. Ладно. Ты единственный, где кого вылазил, да? Не надо! Не надо! Ты... Я понял. Опа, опа, побежала. Кто побежал? Вылазь, я знаю, где ты. Деточка. Деточка, припеточка, деточка. Думаешь, тебя это спасет? Я деточка. Знаю, где ты будешь вылазить. В смысле ты знаешь? Откуда ты знаешь, где я буду вылазить? Так может, ты читер? Твою-то мать. Все, пацаны, ничья никому не достается. А, всем очко, да, достается, правильно? Нет, никому. Всем очко. Берем. Берем. Руку в яйца. Руку яйца? Руку яйца берем. И бежим. Руку яйца. Короче, какие планы? Отсадится на руку яйца. А рука яйца, это круто. Но проблема в чем? Проблема в чем? Если не лючая мышь испугала! Если взять и не взять. Рука в яйца? Рука в яйца взять не взять. Будет яйца в руку. Будет проблемс, на самом деле. Уже было такое. Что ты несёшь, я не понимаю. Что происходит? И не раз такое было, пацаны. Я честно вам скажу, не раз уже такое было. Когда кто-то стрелял. Что происходит? И не повторял. Или повторял. Кто повторял, кто не повторял. Кто повторял? Да кто повторял? Кто повторяется? Кто повторяет? Игорючик. Что такие? Ну что ты вот это самое? Тут кудахтаешь? Я уже всю карту три раза обижал! Полю, а потом вы куда-то пропадаете, меня убиваете. Ну вот в жопу. Дебилы. Я что-то слышал только что, только я не понимаю, что. Слышь, а что ты слышал? Откуда ты слышал? Ай! Сходишь с ума. Пацаны, у меня тут проблемы небольшие. Я забыл. Что такое? Я забыл, как лазить. Понимаете, в чем проблема? Забыл, как лазить. Забыл, как лазить. Я не понимаю! Дай я мать! Вот это! Я обосрался! А что было, не понял? Да он меня стоскопа завалил, сволочь! Меня Эдисон! Я карту три раза обижал! Ладно. Ну ты все нормально, все нормально. Моей стороне, кстати, не было. Да я все бегал. Я сейчас как начну заикаться, потом как мне видосы записывать? Дебил! Может, я специально это сделал, а? Что ты больше не записывал. Фу, мне сейчас страшно. Значит, я остался. Фу, какая гадость, фу. Вы что за. Доставка пиццы! Есть кто-то дома? Не-не-не. Игорь, я знаю, что ты дома! Не, не лимон теребом. Не надо молчать. Стрельба! Флаш на пол! А фу такое, кто откуда? Ну, Игорь! Я поздравляю тебя с победой! Поздравляем! Держите! Главное, что я убивал Эдисона Сергея. Я тебя с этим поздравляю, Игорь, поздравляю. Ладно! Спасибо. Держите свою корону. Так уж быть, я попрощаюсь в этой серии! Так, а ты мне будешь должен. А? За что? Знаешь, сколько раз тебе помог выиграть? Все понятно. Все стало следисто. Ничего. Так. Шо? Нет, Игорь! Не надо, только не на этой карте, пожалуйста. У меня нет. Не-не-не-не-не-не-не, Игорь. Не-не-не-не-не-не-не. Убери это. Убери! Убери! Снесет маяк. Короче, если вы хотите, чтобы ходило больше серии снайперов, не так, как в этот раз, то ставьте лайкусики. 25 тысяч лайков обещают то, что сразу же выйдет продолжение. Да не надо ничего тут уничтожать, стрелять. Что я ничего не делал? Спасибо всем за просмотр, всем до свидания, всем пока!